Привет всем! Вас приветствует канал Лига Music Wars. Сегодня, ребята, я хотел поговорить вам об ошибке, которую допустили разработчики при введении новых подарков на 16 число. Шансов выпадения пояса на X2 и чипователем. Получилась очень интересная вещь. Они, насколько я понял, ошиблись в формуле при открытии подарков, что позволило мне хорошо воспользоваться этой ошибкой. Своим друзьям на форуме я тоже написал, и тоже ребята хорошо подарки пооткрывали, но, к сожалению, получается 18 числа в 2 часа ночи, как вы знаете, сервер был перезагружен, этот баг был устранен. Ребята, все вернулось на круги своя, но это не помешало мне хорошо на этом наживиться. Сейчас я примерно вам продемонстрирую, что произошло. Давайте перейдем у нас в табличку. Вот, допустим, вы, получается, хотите вытащить пенек первого уровня. Чтобы вытащить его, ну, со 100% вероятностью, возьмем из малого подарка, то вам надо открыть до плюс первого пенька 2-3 подарка. То есть, если его вообще у вас нету. Соответственно, по прогрессии идет выше. Чтобы открыть плюс второго, вам понадобится 7-8 подарков малых. То есть я не суммирую. То есть это сверху надо купить еще 7 или 8 подарков. После того, как вы открыли плюс 2, чтобы открыть пенек плюс 3, то есть вам потребуется сверху купить теперь еще 8 или 15 подарков. И так далее. По прогрессии в таблице все видно. Описывать, ребята, я не буду. Средний подарок, как вы понимаете, имеет шанс выше. То есть он дает плюс 3%. То есть и почти сразу открывает, потому что шанс выше. Ну, плюс первого пенька. С него можно получить от 1 до 2 подарков. Ну, я один поставил. Ну, потому что там, скорее всего, разработчики еще чуть-чуть на каждый аккаунт берут определенный шанс на открытие, ну, питомцев, чтобы он у вас просто был. Хотя у меня он с первого не выпал. То есть он выпал у меня только со второго. Дальше. Получилась такая ситуация. Вот с самыми большими подарками, которые покупаются за рубины, там самый лучший шанс. Ну, как вы видите, проценты на каждое открытие я взял примерные. То есть у меня доступа к этой формуле нету. Но из-за открытия подарков на новогодние праздники, на 8 марта, в апрельские акции, всегда происходило одно и то же. То есть на основе математического анализа просто средний вывод можно было сделать. Если вы смотрели видео других вододелов, то, соответственно, вы к этому выводу уже, наверное, давно пришли, потому что там видно было, открываю там 700 тысяч подарков, 800 тысяч подарков там. Вот, примерно. Вот. А ошибка произошла в том, что на все подарки, которые были введены 16 числа, была введена система 10% шанса открытия, ребята. И получается, вы могли получать все ресурсы, которые были в подарках, за, ну, ничтожные 100 звезд. Вообще там, вообще просто так. В дальнейшем, после этого, ну, после анализа, я вам предоставлю следующее, имею в виду, открытие подарков видео, посмотрите сами, там ничего такого нет. Ну и дальше смотрите, что произошло, когда шанс идет на X2, ребята. То есть тут вообще очень интересная вещь. Просто, ну, честно, очень смешно даже. В ошибке. Но, я говорю, у меня формула не точная, потому что пояс свой плюс 8. Плюс 8 я получил с 60 подарков. Ну, говорю, что-то... Ну, там немножко, говорю, я с формулой по расчету точно не скажу. Ну, я так примерно. То есть, если бы я покупал самые большие подарки, то было бы примерно вот так. А сейчас, ребята, смотрите, как я воспользовался этим багом. Открытие подарков.
вот мы и посмотрели открытие подарков ребятам. А сейчас хотел бы немного моим хайперам сказать таким: ребята, я простой игрок, я не донат, я не вкидываю в игру деньги. Ну, каждый говорит, как хочет, так и развивается. Я основной упор делаю на время. Донаты, чем получается, берут основную, они быстро прокачиваются за короткий период. Получается, им неохота сидеть в игре. То есть они вошли, вкинули деньги, быстро раскачались, купили подарки там, получается, типа такого. Допустим, того же самого, вот, ну, чужого на плюс 10, у меня он стоит. Я получил с 5, по-моему, или 6 акций на открытие подарков. Это, ну, нормальное, скажем, за 3 года. Скоро в июне я буду праздновать свой 3-летний юбилей. Мое первое видео по игре Музварс появилось в 2014 году по пополнению рубинов в игре. Но как бы заниматься видео этим я не хотел. И сейчас небольшой, ребята, еще вам советик такой. Ждите окончания акции, когда появятся подарки за 33 рубина. То есть будет акция, купите подарки, 3 в одном, 33 рубина. В это время нужно будет скупать подарки за звезды. То есть копите рингтоны, копите торны для рулетки. Я, к сожалению, свое большинство всех торнов потратил на подарки сейчас. Ну и звезды, соответственно, я тоже все слил. Ну все, ребят, счастливо вам всем. Играйте в Музварс правильно.